Начинается день воздушно-десантных войск и сил специальных операций митингом и возложением цветов к памятнику павшим воинам-интернационалистам и продолжается уже 7-м памятным пробегом к контрольно-пропускному пункту 38-й бригады. Такая традиция появилась благодаря ветеранам воздушно-десантных войск, которые видели и знают, что такое война. Я имел честь проходить службу в разведывательных подразделениях воздушно-десантных войск. Принимал участие в боевых действиях, и в настоящее время мы, ветераны, как никто, понимаем и знаем, что такое война, и поэтому активно боремся, чтобы предотвратить это лихолетие в нашей стране. В самой бригаде в это время вовсю кипит жизнь. Ощущение, что ты не в воинской части, а в городском парке. Вокруг зелень, пахнет попкорном, гуляют семьи, царит праздничная атмосфера. Десантники постарались создать уют гостям, и у них это получилось. По прибытии участников забега в бригаде начались показательные выступления бойцов сил специальных операций, в рамках которых можно было увидеть силу огнестрельного оружия. Грацию боевых машин, ну и, конечно же, парашютное десантирование. Мастер спорта международного класса имеет 6150 прыжков с парашютом. Показательное выступление – это лишь то, что доступно глазу гражданского человека. На деле десантники ежедневно выполняют сложнейшие задачи. Пока мы спим, они защищают наш покой, охраняя одну из самых больших границ Республики Беларусь. И если надо, они первыми встанут на защиту Родины и при этом смогут взять на себя обязанности многих боевых подразделений. Всегда готовы, должны оказать помощь пограничникам по прикрытию участков госграницы. Эту задачу мы сейчас и выполняли. Она выполняется, это наша штатная задача, мы здесь ничего нового не придумали. Единственное, что нам в этой ситуации было необходимо работать именно более тесно с пограничниками, закрывать границу. Вот мы это сейчас отработали и показали, что да, мы способны, можем. И даже в некоторых моментах можем еще более эффективно это отрабатывать. Вот это мы сейчас наработали. То, что касаемо всех остальных задач, они не меняются. То есть у нас как были ведения контрреволюционных действий, мы ими и занимаемся. Это основной вид, который мы на сегодняшний день должны вам сказать, что это важно. И события на юге покажут, что вот именно борьба с диверсионно-разведывательными группами, с незаконными, это основной способ применения сил специальных операций, воздушно-десантных войск. Сегодня это ваш святой долг. Это ваша клятва нашей стране. Мы сегодня, брещане, благодарны за то, что мы спим спокойно. То, что наши дети, ваши дети учатся, живут, спокойно гуляют по городу. Лучших гвардейцев ценными призами и грамотами награждали представители Министерства обороны Республики Беларусь, а также руководство города и области. Десантник звучит гордо. Универсальный солдат, который может пройти и огонь, и воду. Недаром легендарный Василий Маргелов говорил: «Сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай». Именно благодаря самоотверженности десантников дата 2 августа уже давно стала народным праздником.